Получил Йошику. Сразимся с ужасными римлянами. И начнем мы, как всегда, с приставки Дэнди, а именно с Мари. Вы знаете, что получится, если смешать ежа и ужа? Правильно, колючая проволока. Что будет, если мы смешаем Соника и Марио? Это вы сейчас увидите. В этой игре вы управляете Марио. Здесь не придется разбивать головой кирпичные перекрытия. Но чтобы победить противников, вам, как в игре Марио, надо на них запрыгнуть. Как и в Сонике, необходимо с большой скоростью проходить этапы и собирать кольца, которые приносят победные очки. Каждый уровень состоит из трех актов. В конце каждого третьего акта вас будет ждать коварный босс, лысый и усатый доктор Работник. После того, как вы расправитесь с ним, вам будет удостоена честь освободить всех зверюшек из плена. На мой взгляд, это прекрасная приключенческая бродилка, выполненная в стиле игры Sonic на приставке Sega, но перенесенная в формат Dendy. А теперь от приставки Dendy мы перейдем к Sega, а именно к игре Астерикс и Обеликс. Эта игра представлена на многих платформах. На сей раз пойдет речь в формате для Мега Драйва. Хорошая деревушка была у Галлы в 50-м году до нашей эры. А главное, боевая не в меру. Конечно, она не могла не мозолить Цезарь глаза. И Цезарь, как все нормальные императоры, решил просто захватить и покорить эту невзрачную с виду деревушку. Но не тут-то было. На борьбу с захватчиками встают два гала – Астерикс и Обеликс. И именно тут начинается самое интересное, а именно начинается игра. Огромное количество уровней предстоит пройти для того, чтобы отомстить Цезарю. Но не думайте, что вся игра – это обыкновенная платформенная бродилка. Я могу охарактеризовать эту игру всего двумя словами – логический лабиринт. Играть можно как Астериксом, так и Обеликсом, но особой разницы между ними нет. Огромное количество уровней, сверхплавная анимация, великолепная графика, стереозвук, прекрасная музыка и большое количество длинных уровней сделают эту игру незабываемой. А теперь переходим в формат Super Nintendo. Итак, Yoshi's Island, Super Mario World 2. В этой игре вы управляете не Марио, а динозавриком Йоши. Марио еще не дорос. Здесь вам предстоит провести через весь остров и кучу опасностей маленького Марио и спасти его братика Луиджи из когтей грозной ведьмы. Во время игры вам встречаются различные противники, с которыми вы можете разобраться, запустив в них парочку яиц, которые Йоши собирает во время игры, скушать противника или просто прыгнуть ему на голову. А после прохождения определенных уровней встречаются огромные и страшные боссы, с которыми не так-то легко справиться. Также в игре Йоши может превращаться в различные сооружения, например, вертолетик, с помощью которого вы благополучно преодолеваете любые ямы. Но ненадолго. Сила вертолетика со временем кончается, и необходимо перезаряжаться. В игре существует огромное количество призов. Это и монетки, и звездочки, и ромашки. Но не всем можно питаться, а то плохо Йоши станет, и его укачает. В игре огромное количество уровней и целых 6 карт, которые вам предстоит пройти и спасти своего братика Луиджи из когтей злостного Купа. Совершенная игровая система Супер Нинтендо. Наконец, мы добрались до 3DO.
И продолжая славные традиции прошлой передачи о теме «Звездных войн», сегодня те самые «Звездные войны». Rebel Assault – удар повстанцев. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Звездные войны. Это был период гражданской войны. Повстанческие космические истребители наносили удары по секретным базам, которую возглавлял повелитель тьмы Дарт Вейдер, держа галактику у себя в кулаке. Многие молодые пилоты вставали на борьбу со злой галактической империей, чтобы восстановить свободу галактики. Игра в формате 3DO основана на знаменитом фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны» и включает в себя эпизоды из различных частей этой трилогии. Rebels Assault состоит из различных заданий, где вам предстоит летать на снежном скутере, чтобы разобраться с боевыми машинами Империи. Разобраться с имперскими солдатами с помощью мощнейшего бластера. А вот полет по каньону на планете Татуин. Любой небольшой уклон в сторону и... Ну и, конечно, бои в космическом пространстве среди астероидов, тайских истребителей Империи и вражеских крейсеров. Несомненно, игра найдет себе поклонников. А теперь традиционная рубрика Help. Сегодня вы узнаете секреты для игры Yoshi Island на Super Nintendo и для WrestleMania на Sega. Yoshi's Island. Во время выбора уровня нажмите Select и нажмите 2 раза X, Y, B, A. И вы сможете сыграть в мини-игры. Для суперудара Шона Майкла. Вперед-вперед С. Бросок. Вперед-вперед А. Подклад. Назад-назад С. Удар ногой.
Три раза вниз. С, освобождение от захвата. Вот. Захват. Вперед, вперед, Z. Три раза. А. Z, X. И в заключение нашей передачи пару слов о новинках, которые появились в Доме Дэнди за последние недели. Это, конечно же, великолепнейшие каталоги для приставок Дэнди, Sega и Super Nintendo с секретами, а также описаниями к некоторым играм. Кроме этого, появились журналы Games World и Sega Pro, который, кстати, стал выходить на русском языке. Великолепно, не правда же? А также журналы 3DO Magazine с демонстрационными дисками для почитателей этой видеосистемы. И кроме этого, другие журналы, Страна игр, Великий Д и, кроме этого, многое другое. Все это найдете в Доме Дэнди. А наша передача на этом заканчивается. Если вы хотите что-то узнать, пишите нам по адресу: улица Кирова, 7, кабинет 102, телеканал Премьер, Мир Дэнди. Пока! Marketing wins the market share. Slam City, Night Trap, and Corpse Killer. Digital pictures, interactive thrillers. Marvel's most popular villain is Venom. Sold millions of comics and then some. When acclaimed Venom video game hits the scene, 16-bit 32X, players will scream. Looney Tunes games that the kids will dig. Roadrunner, B-Ball, and Porky Pig. In Looney Tunes basketball, they're really jammed with kids games in the mix. It's a monster slam. Task Force, Price of Defense.